Ну, я думаю, что первый хороший момент, который был наш, там после углового, очень хороший момент был. Могли забить, может быть, игра бы все шла по-другому, но не забили. Специально первый тайм отдали инициативу ЦСКА, даже думаю, если и не бы отдали, он бы забрал инициативу. И ЦСКА выглядел первый тайм чуть-чуть получше, но так очень опасных моментов они не создавали. Второй тайм тоже начался с нашим моментом. И игра была похожа на ничью, если не бы было этого очень хорошего удара во Влашича. И потом у нас не было силы там сравнять счет. И что сказать, были близо ничьей, не хочу сказать, что были близо победы, но близо ничьей мы были, но очко не забрали.